Так, ну что ж, мы продолжаем. Кладбище, музей. Ну, мы пошли так, не по правильному пути, ладно. Теперь музей. Погнали. Так, громкость надо сейчас убрать. Пойдем за ним и посмотрим. Да, чтоб слишком громко не было, а то меня опять слышно. Мне этот гном кажется стрёмным. Да не говорим, он постоянно подставы какие-то делает. Так, погнали. Йоу. Мумия петь хочет. Третья нога точно не нужна. Кошка. Блин, мумии кошек боятся, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте мы ему дадим вот бинты, наверное. О, это не бинты, это скотч. Все, все, что нужно было чуваку. Дальше пошел песни петь. Ладно, идем дальше. Еще какая-то мумия у нас тут. Однако, ну, рук у нее нету. Все эти элементы на месте. Давайте охладим ее. На. Не измерзни. Опс. А, вот и гном наш стрёмный, который пугать нас решил здесь. Так, идем дальше. Опа, это у нас... Как их? Рыцари, во! Так, ну, шлем у рыцаря есть. Давайте мы голову коня подгоним. А, это целая лошадь. Во! Еще и девочка. Есть. Так, дальше, дальше. А вот и Глент. Очередь Глента. Так, теперь у нас японская тематика, да, походу? Давайте мы ее паутинкой попробуем, как Человек-паук. Ляпс! Все, поймали, поймали. Поехали дальше. Так. Так и так. Тут у нас он. Опс. И зачем ты чихнул, блин, а? Смотри, он разбудил. Так, дротик, кирка. Ну, давайте кирку. Ну что ж, опс. Ой, зря мы это сделали. Так, ребят, у нас только осталось пылесос выбирать. Но, походу, для него нужно посмотреть видео. Так что я поставлю шустренько на паузу. Пройдет ролик и включу дальше. Так, вот наш пылесос. Ай, я голый! Короче, мы его запылесосили. Запылесосили. Идем дальше. Козел нам вообще не понадобился. Какую комнату выберем, а? Первую, вторую? Давайте первую. Я не знаю, куда она приведет, но ладно. Занято! Первую мы выбрали, значит вторую. Но я не удивлюсь, если там тоже будет занято. Или нас кто-нибудь схавает, или прогонит куда-нибудь. О, есть, выиграли, да. Интересно, конечно. Кобяков тут как тут. Кобяков. Так, а это у нас музей. Лирики или чего? Что это у нас? Где свет? Давайте с тросточкой походим. Ну так хотя бы, блин, мы никого, может быть. Да, хорошо, что выбрали тросточку. Это тоже, это тоже из фильма «Матрица». И
Напишите, из какого фильма этот герой. Это какой-то, блин, какую печеньку мы выберем? Давайте вот эту. Ой. А если... Ну, в принципе, нормально. Мы прошли, главное. Главное, что мы прошли. Опа. Чувиха. Ему тоже нужно посмотреть. Это... Так, ладно, давайте сделаем так. Мы по очереди все выберем. Первое. Держи тебе микрофон. А, песню поет. А, ты ужасно поешь. Что ты с ним сделаешь? Схаваешь? Так, микрофон мы ей дали. А теперь у нас музыкальная шкатулка. Погнали. Ай, сломал. Ну ты криворукий, блин. Ладно, остался последний. Так, остался последний вариант. Это у нас... Не знаю, письмо какое-то. Даем... А, читаем письмо. А, это заклинание было. Все. Короче, мы прочитали заклинание освобождения от... Непонятно чего, короче. Ладно, мы спаслись. Ну, кента так и не нашли. Так что, кто-нибудь видел гнома? Да. Я его нашел, он сидел в саркофаге. Да ладно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, как смешно. Сам чуть не обоссался там. Так, что ж, мы прошли музей. Дальше.